Квартал «Миллионка» располагается в историческом центре Владивостока и очерчен улицами Пограничной, Семеновской, Фокино и Алеутской. Район образовался в конце 19 века. Жили здесь в основном китайцы, которых сюда переселили после начала строительства в центре города крупного рынка. А название «Миллионка» имеет несколько версий происхождения. По одной из них так именовали здание на улице Семеновской, где размещались несколько тысяч китайцев. По другой – миллионщиками иронически звали обитателей местных трущоб из-за бедности. Самые нищие жители квартала ютились в небольших лачугах, спали на полу среди грязи и сырости. Но китайские граждане играли важную роль в развитии города, трудились на фабриках и служили дешевой рабочей силой, в то время как богатые открывали новые производства. Так, в городе появилось несколько крупных заводов и магазинов. Китайская диаспора создавала криминальную обстановку в квартале. В этом районе были подпольные азартные игры, нелегальные банки, продажа запрещенных веществ. Для борьбы с этим даже создали специальное подразделение полиции. Пережив войну, революцию и притеснение со стороны правоохранителей, многие китайцы решили покинуть Миллионку из-за запретов на предпринимательство. В 1932 году во Владивостоке осталось лишь 17 тысяч гостей из Поднебесной, которые в основном занимались незаконной деятельностью. 4 года спустя Миллионку окончательно решили ликвидировать. Китайцев депортировали на родину или расселили в другие районы Советского Союза. Сегодня Миллионка – богемный район Владивостока. Здесь престижно иметь офис, на территории расположены сувенирные магазины, популярные рестораны и многое другое. По кварталу водят экскурсии, во время которых рассказывают туристам мифы и легенды такого удивительного уголка приморской столицы. В 2010 году владивостокские художники создали в центре города 10 бетонных рельефов в человеческий рост. В основу образов легли исторические фото старого Владивостока.